Ну, вы знаете, я хочу сказать, что мы поддерживаем по поводу того, что сейчас вводится платная парковка. Почему? Потому что у нас привыкли, извините меня, к России, чтобы было все на шару. Машину, извини меня, запарковал на ненужном месте, он прекрасно знает, что ему за это не будет, или штраф ему там дадут там 100-200 рублей, да, ему проще и легче заплатить этот штраф. В итоге мы к чему приходим? Мы приходим к тому, что у нас Москва, извини меня, заполнена большинство не самими москвичами, те, которые живут в Москве, а иногородними приезжими, которые, извините меня, приезжают на экскурсию к нам в Москву и оставляют машины, где попало, и идут, гуляют по Москве, смотрят, да, нашу великую Москву. Извините, в Европе это нормальное явление. Возьмите ту же самую Германию. Там парковки везде платные. И куда эти идут деньги? Эти деньги в первую очередь идут в бюджет. А то есть у нас эти деньги будут также идти в бюджет нашим пенсионерам, нашим малоимущим слоям населения. Так что я считаю это введение правильно. И здесь, конечно, мы как законодательные должны посмотреть вместе с мэрией для того, чтобы, конечно, побольше строить подземных автопаркингов. Для того, чтобы люди могли приезжать, ставить и сделать разгрузку, в первую очередь, самой Москвы. То есть проще и легче под землей запарковать машину, да, чем эта машина, например, будет мешать транспорту наверху.